Может быть, еще утречком поснимаем. Ой, елки-палки, а я-то вижу спутники справа. От Юпитера точно два вижу. Это что-то у нас? Это у нас Ио идет. И Европа справа от Юпитера. Но для вас это будет точно устный рассказ. Ничего не увидите, но я их вижу. А вот слева не вижу. Ни Каллисто, ни Ганимеда, странно. Ганимед-то должен быть хорошо виден. Ну вот правее я вижу четко дуплет. Ио и Европа. А, так вон же, гораздо дальше. Ну, наверное, это Ганимед. Вряд ли бы я Каллисто увидел на таких расстояниях. Ладушки. Это как-то похоже на аудиозапись наблюдения за звездами. Давай посмотрим на Луну. Стал я как-то в колее. Да, месяц с носиком. Кто это там? Warner Brothers или кто у них там логотип? I got a ticket to the moon. I'll be rising high above the sun. And it is I cry my tongue. Ты ж моя красота. Into the rain that gently fall upon your window. Юл на вино. Эй. Да, к сожалению, небо нас не радует своей чистотой. Ну, кто бы говорил, на себя посмотри, что называется. Хорошо. Надеемся на завтрашнее хорошее утро. А пока 21.11 по Киеву, Харькова. 13-е, пятница 13-е. Августа 2021 год. Линия терминатора на новой Луне. На зарождающейся. Луна старая.